блядь. Давай, блядь, животное. Пошли всех. Говори со мной. Встань. О! Говорящая голова. Да, бандеровцы. Мы бандеровцы, кстати, чтобы вы понимали. Видал, ля, у нас кто? Я жена с ним. О, муж! Давай, муж! Жена больше не хочет говорить. Вафлюх, это сын его отца. Прям, блядь, вот прям встань! Напрягись! Напрягись, животное! И встань с бутылки! Скажи ему, сука, у меня нервы не выдержат, я или... Не забывай, давай-давай еще... А у них народ... Доброго вечера, или вечера. Вечер добрый. Вечер в хату, да. Ну ты, блин, о, вечер в хату, о, это свои там, люди. Почему, если ты говоришь на другом языке, ты хотя бы правильно выучи то, что ты говоришь. Ну, доброго вечера, мабуть, я хотел сказать вам. Давай еще раз фразу повторим. У тебя там, сзади тебя какое-то существо, ну так делает. Скажи, что так некрасиво. Еще раз, если ты говоришь на иностранном языке для тебя... Говорит какое-то существо. Услышь меня. На секунду, услышь меня. Услышь меня на секунду. Если для тебя этот язык не родной, не говори на нем, потому что звучит, как для меня, очень смешно. Слышь, пози, дай я последнее скажу, и мы п***ями не будем, и подстраиваться под вас тоже, понял? Ты, сука. Красавчик. Сейчас еще 4 химарса заедет, которые стреляют на 300 километров. А, там нахуй, а мы 2 раза похмелимся и вам пи***а. Да. Главное в этот момент не забудь встать с бутылки, как твое животное, которое было за тобой. Вот оно, видно, сидит пожизненно. Так и ты. 2 раза похмелился, 1 раз встал с бутылки, давай, и идешь. Давай по-нормальному, давай, не будем ругаться. Давай. Ваших 200-х домой отдают. Мало того, мы их хороним как героев. Я знаю, что не отдают. Я знаю, вот брат, сват, все на передовой, наши, все вот дома, все похоронены, все хорошо. Серьезно? Ваших черви доедают просто, блядь. Класс. То есть вот тот пакет, который тебе привезли, тот пакет за мном в кульке твоего дебила привезли, это типа классно. Сука, у меня нервы не выдерживают. Я сейчас сам ваш... Реально, блядь, вот прям встань! Напрягись, животное, и встань с бутылки! Скажи ему, что... Встань! О! Говорящая голова, привет! Глянь сюда, видишь, вот это вот животное, которое сзади находилось, как ты меня назвал. А ну, поясни ему, брат. По мастям, областям. Ну, давай. Ты что так, ну, вообще, а почему давай. Давай начнем с того, что почему ты оскорбляешь людей изначально? Очень просто. Давай аргументированно. Ты не знаешь, что сидит перед тобой, ты на флюк, ебать. Успокойся. Объясни ему, что во флюк, ебать, это сын его отца. Здорово, о, третья. Слушай, вот это у вас семейка, вообще. Жена, муж, потом сын подошел. Вообще класс. Что такое? Жена, сын. Видал, ля, у нас, блядь, кто? Я жена, хуй с ним. Ну, это муж по-любому, ля, у него это, прикинь, а это у вас так положено, да? Секунду. А это вот пи. Одну секунду, услышь меня. Вот сейчас будет действительно смешно. Я не могу тебе сказать. Услышь меня на секунду. На секунду, услышь меня. Запомнить, блядь, он тебя тоже запомнил. Услышь меня, на секунду, блядь. Закрой рот, пожалуйста. Услышь меня. Вопрос был задан, да, сука, ты видишь, он троит, ебаный, он нахуй сидит. Был задан вопрос, ты, блядь, будешь. То, что делаете вы, мне не нравится. Если вы пи***ете друг друга, это ваше личное дело. Тебе даже вот жена рядом с тобой призналась, что она жена, а ты, бог с ним, муж. Это твой товарищ, который слева от тебя, тебе сказал. Это капец. Это капец. Что у вас такого нету? Что такого нету? У тебя рядом с тобой мужик сказал, что он твоя жена. Есть знакомая, понимаешь? Ну у нас, блядь, своего нету, как у вас. Нет, дядька, нет. Тебе вечером сегодня пи***ть подвалится и тебе на... Послушай меня теперь внимательно. Хорошо, я тебе русским языком не улыбаться, особенно, во-первых. Во-вторых, нас. О, прозрело. Ты чё, перед тупорылый, не сделал? Это вы, ёбаная шалка.
ебаные. А там мы. Прям красота. Вы ебаные. Давай. Вы, сука, наших детей трогаете. Мы вас в пакеты, сука, целлофановые, гандонов закидываем, услышь меня, закрой свои губы и услышь меня 10 секунд. Мы ваших пи***сов, которые пришли ко мне в страну, пакуем целлофановые пакеты и вам, отсылаем, долбоёб, давай! О, муж, давай, муж, жена больше не хочет говорить. Давай, слышишь, давай. Слышишь? Я тебя кентом тяжело назвать. В Донецке. Давай, жги, животное, жги. Ваши твари кого горнули? Наши горнули ваши. Ваши парни. Это ты сидишь там где-то, да? Где-то далеко, да? Пока они дошли. Ну что, дойдут. Ты знаешь где? Они дойдут. Ты знаешь где? Защищать родину. Василек, ты знаешь где? Где? Будьте и Василек. В Алчевске. Я в Алчевске. Да, дядька. А, я нахожусь, подожди, вот это справа от тебя, он знает Алчевск? Подожди, ты знаешь Алчевск? В смысле, он с Алчевска только пришел домой. Услышь меня, секунду. Я живу в районе танка. Знаешь где? Сука, тварь. Услышь животное меня, в районе танка. Я тебе свой адрес могу сдать. 27. Это андроцит, нахуй, а ты свой камень. Красавчик мой, блядь, красавчик. Отдай человеку. Отдай Зёме телефон. Лысый, отдай телефон Зёме. Отдай телефон. Сидит в Алчевске. Да, дядька, Алчевск, сука. Родина моя. А вы, туда пришли. Давай, жги, Василёк! Героем нахуй плава, кричи на, пока не сдохнешь, мразь, блядь. Да, ух ты, блядь. Муж, а где твоя жена? Покажи мне, что-то жену-то давно не показывал. Там же справа жена твоя бегает. О, нормально, все. А то я думал, распереживался. Вот и у жена, нахуй, все. Заметь, я так сказал, потому что ты сам это признал. Ты сам это признал, представь? Лысый — это муж, жена с неровными зубами, которая постоянно курит. Давай, жги, животное, жги. Ты мне нравишься, я тебя в гости хочу приехать. Скажи адрес. Алчевск. Не возле танка. Услышь меня, я тебе адрес говорю. Адрес тебе говорю. Город Алчевск. Еще раз. Город Алчевск. Адрес. Район. Район. Там, где говорят местные на танке. Да район на танке. Ты приедь, слушай, сделай скриншот. О, слушай, вообще будет очень просто. Я сейчас смотри. Я вот ровненько сяду, сделай скриншот экрана. Зачем? Приедешь ко мне в Алчевск? Идите вон за двор там. Вот там. Видишь, какая-то баба пришла, теперь вам указывает. Что она вам указывает? А ну пошли ее. Пошли эту бабу, это мужики говорят. Давай, животное, пошли всех на... Говори со мной. Да поверь, это мы за наших баб, сука, стоим. Вы за ними стоите, да? Вы ссыкуны, вы за ними становитесь. Испания, нахуй, ваша страна. Давай. Сука, плавают, ой, бежать у вас. Зачем ты так про свою родину говоришь? Не говори так про свою родину. Живешь в курятнике, не говори так. Бегают, и вы, б***ры, б***ры, красота! Блять, лысый! Ты красавчик! Перед времени приставай с бутылкой! Сука, нахуй! Я тебе нахуй с обшлакоблок! Ебать тут дома, ты охуешь, ты понял? Давай, лысый! Наворачивай животное, давай! Давай, опущенный, наворачивай животинка. Просто курятник целый. Прямо петушки собрались и, блядь, крылышками машут. Это соседний телефон. Это с укропами базарим. С укропами. Слышь. Красавцы. Ну, я ему плохой.
Джеки, нахуй, дай нам свой овчанки. Да это укропы, сука. Да, укроп! Да, да, бандеровцы, мы бандеровцы, кстати, чтобы вы понимали. Кто? Ну мы с укропами общаемся. Бандеровцы. Батько наш Бандера, слышал такую песенку? Бандеровцы. Вы бандеровцы. Слушай, а про ваших звезд, которых уже тоже там геями всякими. Ладно, животные, все, давайте. Целуйте звезд друг с дружкой, и я пошел. Все мне, поцелуй мужа, и я пошел, давай. Животное, я тебе что сказал? Поцелуй мужа, и я пошел, давай. Смысл? Ну, значит, смысл? Ты жена, он муж. Я говорю, жена, поцелуй мужа, и я пошел, давай. Иди сюда, братан, дай я поцелую. Давай, давай. Не-не-не, чтобы это было видно, пожалуйста. Обнялись. Давай, давай, поцелуй, поцелуй жену, я пошел. Красавчик, молодец. Блять, респект вам, животные. Живите долго, но несчастливо. Красота. Помилование отказано, бах, ёптать, и все.